карту. Вот компьютер, я понимаю, процессор, монитор, покажи. Ну вот, Игнатий... Я сижу дома, у меня старенький компьютер, подарил один писатель, нежный, Александр Иосифович. Я сижу, заходит один человек, член нашей общины, молодой парень. Игнатий Тихонович, а вы хоть маленько меня слушаться будете? Я говорю, вопрос серьезный. Если по делу, то я любого слушаюсь. Тогда закройте глаза. Я сижу, закрыл. Сказал, закройте, меня же убудить надо, сразу уснул. Я засыпаю примерно в среднем 37-39 секунд. Полностью вырубленный. Хоть когда почему на душе спокойно, никого не обманул. Выложился весь, делал не для себя. Для себя у меня вообще ничего нету. Это Господь так делает. А дальше он говорит, теперь откройте глаза. Я открываю глаза, компьютер другой стоит. Это я вам компьютер купил, тот заменил. Я узнаю, кое-кое как узнал. И потихоньку его жене в карман положил. Домой пришел, деньги у меня лежат. Уже вернули и так и не взяли. Веду занятия в университете, пурга. Прихожу, на крыльце стоит чемодан какой-то такой, картонный. Я боюсь открыть, аж кто его знает? У меня недруги есть, может быть, рванет и сапог не найдешь. Ну, перекрестил его. Там, может, святой водой покропил, открыл монитор. И по сей день не знаю кто. Виталий, ты веришь, что я говорю или нет? На 100%. Так вот в этом-то и... Помнишь, когда этот с Валандом сидят, говорит, так, ты вы с ним согласны, а этот Галкин-то на все 100%. Безродный. На все 100, Игнатий. На все 100%, а? На все 100. На все 100, он говорит. Вот так. Процессор. А почему? А когда Богу доверяешься, Бог это делает. И это принимает как от Господа. Я больше не стал делать попыток, чтобы отдать. Вот мне нужно иногда посвятить голубям. У меня нет... Я возьми, да и скажи вслух. Вот теперь смотри. Я прихожу, а у меня лежит, уже у головы лежит вот этот вот. Вот он какой. И вот уже он не заряжает, не знаю, как он заряжается. Я вот нажимаю, загорелся, гляди. Два нажал, три, четыре. Пять. Не просил ничего. То есть, доверься Господу и откроет небо. Десятина. Мои десятины все прошибают. А ваше какое вы сейчас? Никакого. Я просто поверил. Поверил безотчетно, бездоказательно. Вот у меня сколько врагов, я о них молюсь и молюсь и молюсь. Вот нападает такой-то, два Александра, Сергей, Виктор, прокурор. Я молюсь, и вдруг нет ни одного. В один день всех снял Господь. Господи, благодарю Тебя, да не дай им погибнуть, Господи. Судный день не помяни их безумия. Теперь я за них... Хлешусь буквально об лед, как рыба, за этих, за врагов-то. Их нету, они больше не нападают. Где они, чем занимаются? А они у меня здесь. Они меня заставили бодрствовать.